основные темы этого выпуска. Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан соблюдать ограничительные меры. Владимир Путин объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса. В результате ливней в Судане погиб 21 человек, пострадали 16. А теперь подробнее. Несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 миллионов случаев заражения коронавирусом, а число летальных исходов составляет почти 750 тысяч, в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адамон Гебриесус. Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19. Гебриесус призвал брать пример в борьбе с коронавирусом с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряд островных государств в Карибском море и Тихом океане, которым удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе. Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан соблюдать новые ограничительные меры. Ранее Гебриесус заявил, что на данный момент не существует идеального средства против коронавируса, и, возможно, оно никогда и не появится. Лейла Визирова, CBC. Президент России Владимир Путин объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса. Об этом он заявил, открывая совещание с членами правительства. Надеюсь, что и у наших коллег за рубежом тоже работа будет двигаться и на рынке, на мировом рынке лекарственных препаратов, вакцин появится достаточно много продуктов, которые можно будет использовать. Он подчеркнул, что у многих людей, которые прошли вакцинацию, нет никаких внешних проявлений заболевания, в том числе температуры. Вакцина от коронавируса Центра имени Гамалеи показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований. Первыми вакцинацию пройдут медики и учителя. Атарух Ахмедов, CBC. В Таиланде при наихудшем сценарии развития ситуации с коронавирусом число иностранных туристов в следующем году может составить всего 15% от уровня 2019 года. По прогнозам Управления туризма Таиланда, страну посетят около 6 миллионов человек по сравнению с 40 миллионами в 2019 году. Доходы от международных посетителей в 2021 году при самом пессимистичном сценарии сократятся до 10 миллиардов долларов, тогда как в прошлом году страна заработала около 83 миллиардов долларов. При этом общий доход от внутренних и иностранных туристов оценивался в 102 миллиарда долларов. По состоянию на 10 августа в Таиланде подтвержден 3351 случай заражения COVID-19. Страна занимает 112 место среди государств по числу заразившихся. В первой тройке – США, Бразилия и Индия. Атарух Ахмедов, CBC. Секретная служба США раскрыла детали стрельбы возле Белого дома, из-за которой Дональду Трампу пришлось на время покинуть пресс-конференцию. Соответствующее заявление ведомство разместило в Твиттер. Отмечается, что нападавшим оказался 51-летний мужчина. Около 6 часов вечера он сам подошел к сотруднику секретной службы, сообщил о том, что имеет при себе оружие, и предпринял попытку выстрелить. Мужчина был ранен сотрудниками секретной службы, ему была оказана предварительная медицинская помощь, после чего его увезли в больницу. Секретная служба проведет внутреннее расследование по поводу действий своего офицера. Кроме того, все данные были переданы в полицию также для проведения расследования. Лейла Визирова, CBC. В Судане проливные дожди унесли жизни 21 человека. Еще 16 пострадали, сообщают СМИ со ссылкой на Национальный совет Судана по гражданской обороне. Нынешний сезон дождей в Судане привел к полному разрушению 4726 домов. Повреждены 4628 квартир. Одним из наиболее пострадавших регионов стал столичный штат Хартум.
Национальный совет призвал людей, проживающих вблизи реки Нил и других водоемов, соблюдать необходимые меры предосторожности. Лейла Визирова, CBC. Канада направит Ливану 18,7 миллиона долларов помощи для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом в официальном заявлении сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Также он напомнил, что Канада уже предоставила Ливану более 3,7 миллиона долларов. Таким образом, всего официальная Оттава выделила Ливану около 22,5 миллиона долларов. По оценкам ООН, на оказание медицинской и продовольственной помощи, а также строительство жилья почти для 300 тысяч жителей Бейрута, необходимо потратить 116,9 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что Международный Красный Крест планирует в этом году выделить Ливану финансовую помощь в размере 40 миллионов евро. 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Погибли более 150 человек, еще 60 пропали без вести. Лейла Визирова, CBC. Аварийное судно, из которого уже вытекли тонны нефти у берегов Маврикия, может разломиться пополам, что представляет экологическую и экономическую угрозу для этого островного государства, сообщило британское издание The Guardian. Специалистам удалось временно перекрыть утечку нефти. Местное население пытается собственными силами сдерживать распространение нефтепродуктов, сооружая водные барьеры из листьев сахарного тростника и пеньки. Японский балкер «Вакашо», перевозивший 4000 тонн сырой нефти и дизельного топлива по пути из Китая в Бразилию, прошел в опасной близости от побережья Маврикии и врезался в риф. Капитан сообщил о пробоине в судне только в начале августа. Сильный ветер стремительно продвигает нефтяное пятно вдоль всего побережья. Власти объявили на острове режим чрезвычайной ситуации и запросили помощь ООН и других стран. Атару Ахмедов, CBC.